Давайте поднимать. Крайди. Что, здесь покорёт? И остался метр на самом конце. И там 25, или чтобы 20 вот таких сазанов, блядь, в этом метре сидят. Я ее поднимаю, думаю, что так, блядь, поднять не могу. Как начал доставать, вот таких, штук, наверное, вот, блядь, вот тоже катя на болту. Тащу, тащу, у меня такой всплеск шикарный. Я такой, ух, какая рыбина, я ее сейчас достану, пожарю, парням принесу. Принесу, будет клево. И она такая срывается. Я такой, блин, обидно. Я ее еще не достал, но уже пожарил и почистил. Вот это просто фигура животного. Он такой размером, по объему. Андрей. Вот там кто-то есть. Привет, парни, скажи. Там что, еще один этаж под этой крышей. Это пожирнее. Видите, прям в луже лежал. Не продвинешься, блин, я встал так неудачно, ну ладно. Смотрите, я просто хотел помочь. Погодка просто радует, офигенно. Если бы было сухо, было бы вообще неинтересно. Как прошли водные процедуры? Как вода? Вода теплая. Теплая? Нормально. Это радует, знаешь, можно падать. Ты зря остановился, конечно, там проехали.
Я в ямке просто, я не могу. Ничего не произошло. Как он засел, охуенно. Он старался. Да, да, да. Не, я там в такую же снег попал, но выбрался один. Подожди. Слез там тоже бегал вокруг него, не знал, как вылезть. Ну, так потолкал, вылез. Но этот засадился конкретно. Такой поворотник моргает. Здорово, орлы! Hello. Буржуйка. А, тепло, сухо. Я мокрый до последней майки. Все мокрое. Только под шлемник, блин, сухой. Залит таким, каким-то таким. Выбирай любой. По крайней мере, мне кажется, мой новый.